Сегодня наша республика отмечает День первого президента. Ну, с чем мы вас поздравляем? Праздник учрежден, чтобы признать выдающиеся заслуги Нурсултана Назарбаева перед страной. Дата выбрана это не случайно. Именно в этот день, в 1991 году, в Казахстане состоялись первые всенародные президентские выборы, на которых действующий глава государства набрал почти 99% голосов. Спустя 10 дней президент подписал закон о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан. А 16 декабря Верховный Совет провозгласил независимость нашей страны. День первого президента отмечают с 2012 года. Сегодня по всей стране пройдут торжественные мероприятия, а в столице организован бесплатный показ киноэпопеи «Путь лидера». Фильм можно будет посмотреть в крупных кинотеатрах города.